Слава Господу, братья и сестры, за этот день, который дал, за это служение, которое мы имеем. Как-то утром так и сейчас братья напоминали больше всего за воздух, а я сижу, и вспомнилась одна проповедь брата, который говорил здесь, в этом служении. Когда нас забрали на Чернобыльскую аварию, и мы там работали, все зараженное, и этого не видно. Все, земля как земля, а все зараженное. Нас поодевали там, но самое хуже то, что воды не было. Не было воды, и никто не привез. А пить так хочется, жара такая. И я просил у Господа: Господи, дай мне, чтобы я подбежал до крана, и я такой возьму 5 глотков. Благослови, чтобы они мне не повредили, все зараженное. И говорит, я с такой большой жаждой. Они говорят: что ты делаешь? Я подбежал к крану и взял 5 глотков. Я поблагодарил Господа за воду, которую дал Господь мне, и она не повредила мне. Говорит, потом начали проверять. Все облучения, все радиация очень большая, как говорят, зашкаливает такое слово. А у меня все нормально. Но перед этим я был в служении, и церковь за меня молилась. И Господь сказал, с одной стороны будет огонь, а с другой стороны будет вода. Но я там тебя сохраню. И Господь сохранил. И я когда он говорил, я думаю, что вы многие слышали в этом служении, это брат Василий, который говорил, я думаю, да. За все должны было. И почему раб Господень апостол Павел начал вспоминать, за что благодарить Господа? Он нам говорит, за все благодарите. За то, что мы имеем. За то, что мы даже не замечаем, как брат говорил. За воздух, который дышим, будем благодарить нашего Господа. Братья, подойдите, пожалуйста. Мы, братья и сестры, все встанем на наши ноги и вознесем благодарность нашему Господу. Молимся. Слава Тебе, Господь, с народом Твоим, с церковью Твоей, Аммаус. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, достоин, слава, аллилуйя. Аллилуйя, хвала Тебе, слава Тебе, Иисус, аллилуйя, слава. Народ Твой, молитва пред Тобой, Господь. Благодарность, 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 лито благодарности, аллилуйя, слава Тебе, милость, которая обновилась. Аллилуйя для нас, Господи, в чем роде, милость Твоя, благость. Аллилуйя, слава, хвала Тебе, честь Тебе, подняка, слава имя. Величаем, превозносим, Господи, за благословение открываем, Господи. Аллилуйя, ремене, хвала, манагон, царь, форма, на обновиноце в собрании. Молитвы слова, слова благодарности, Папа Отче, пред лицом Твоим, Папа Отче, ремене, форма, манагон, славы. Величаем Твое святое имя, аллилуйя. Отець Небесний, ті подячні молитви, ми приходимо перед Твоє святе, невидиме лице, і дякую Тобі, Господь, за спасіння, що раді нашого спасіння, із Твоєї святої божественної любові Ти послав на землю Сина Твого, Ісуса Христа, який взяв на себе наші гріхи і беззаконня, омив нас кров'ю святою, і дай нам право називатися Твоїми дітьми, ми дякуємо Тобі, Ісус сказав, що я є хліб життя, Господи.
ми вкушаємо цей хліб, ти сказав, не всяким хлібом земним буде жити людина, всяким словом ісходящим із уст Божих. Ми дякуємо тобі, Господь, Ісус, що в тобі ми знайшли спасіння. Ти сказав, я душі і хліб сей не умрот, но буде жити вічно. Ми дякуємо тобі, Господь, Ісус, за Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Отець, ми дякуємо тобі, що ти не відкрив нам тайну спасіння. Ми дякуємо за Слово Твоє, яке ти возвеличив вище, превище всякого імені Твоєго, Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, що це Слово проповідується за кафедри, Господь, що ми чуємо, маємо прекрасне зібрання, і в цьому році мали трудності, мали ограничення, але сьогодні ми зібралися, щоб подякувати тобі. Ми дякуємо, що сьогодні ми можемо мати, Господи, Слово Твоє в наших домах. Можемо читати, воно є живе, діюче. Було время, що за великі гроші не можна було придбати Біблії, а сьогодні є можливість в різних переводах, Господи, і перепльотах. Ми маємо, дай нам бажання читати Слово Твоє. Воно живе, діюче, Господь, і в житті нашому виконувати Твоє святе Божественне Слово. Ми дякуємо, Отець, за Сина Твого Ісуса Христа, за Твоє святе і Божественне Слово, Господі, яка преображає нас в образ і хвала Тобі, вічному Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Дорогий Отець, Ти бачиш нас, Господи, сьогодні на цьому місці. Ми подяку Тобі складаємо, Господи. Алілуя. Слова подяки на наших устах, Господі, і не тільки в наших серцях. Я на руках своїх хліб, запашний хліб тримаю, Господи. І подяку тобі складаю разом з церквою, з народом Твоїм, щоб цей рік ми не бачили недостаток хліба, Господи. Боже, я не знаю, як ця вдова дякувала тобі, коли кожен раз приходила до комори своєї, і там мука була. Господи, о, там велика була подяка. І не один день, не місяць, не декілька місяців, а довгий час, поки дощ на землю не прийшов. І ми сьогодні славу тобі складаємо, Господи, за милості твої, за стіл, який повний їжі сьогодні, Господи. Боже, не відніми твої милості від столів наших. Будь прославлений, возвеличений і благословений Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. За воду Тебя, Господи, благодарим, которую мы употребляем. Слава Тебе за озера, за моря, за реки, за дождь, за снег, за иней, за пар, который поднимается из-под земли. Что ж ты мы эту воду, мы пьем, мы варим с ней пищу для себя, мы моем, стираем, даем животным. Слава тебе за воду! И когда у нас в Калифорнии стали мелеть источники, те хранилища, мы вопияли к тебе, Боже, и ты подал воду для жизни нашей. Слава тебе! Слава тебе! А там, когда ты был около колодца с самарянкой, ты говорил о живой воде. Благодарность тебе, слава тебе. И ты сказал, воду, которую дам ему, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава тебе, Господь. И сегодня мы можем сказать, кто жаждет, иди и пей от этого источника благодати Твоей. И мы желаем, чтобы Ты пролил этот дождь на наши служения, на нашу церковь, и что мы видели сошествие Духа Святого и великие дела Твои в церкви нашей. Слава Тебе, Господь! И в этот день благодарности еще раз благодарим Тебя за водичку, которую я держу в сосуде, Господи, без которой невозможно жить. Сегодня много говорилось о хлебе, о пище. Ну вот вода. Без пищи можно еще прожить, но без воды несколько дней, и жизнь заканчивается. Посему, Боже, благодарим. И когда сегодня будем пить воду дома, Господи, вспомним эту молитву и еще раз поблагодарим Тебе. Тебе хвала и слава, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое,
да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила.